Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в новом топе. В данном топе вы узнаете наилучшие виджеты, предназначенные для меню вашего сайта в Adobe Muse. Итак, давайте начнем. Пятое место нашего топа занимает виджет. Так сказать, нижнее меню, волнообразное. То есть при клике на заготовленную вами иконочку, снизу вот так волной появляется меню. И смотрится достаточно симпатично. Меню полностью отзывчивое. Я могу просто вот так сузить браузер. Вы это видите, все красиво смотрится. Без точек остановки. Все смотрится очень хорошо. Так, возможности. Полностью отзывчивое меню. Настроить все цвета в меню. Добавить до 6 пунктов меню. Выберите один из более чем 600 шрифтовых иконок для меню. В пункты меню вы можете повесить как внешние ссылки, внутренние ссылки и якорное меню. Установить скорость прокрутки на якорь. Добавить плавное замедление скорости на якоря. Возможность добавить свое изображение для каждого пункта меню. Возможность задать размер для кнопки закрытия меню. И многие-многие другие настройки. На четвертом месте моего топа меню с возможностью неограниченного количества пунктов меню и вложенности второго, третьего уровня и неограниченно. Из себя представляет на сайте, значит, мини-иконочку. При клике у нас всплывает меню. Там, где напротив стрелочка говорит о том, что у нас есть вложенные пункты меню, если мы кликаем, первый уровень меню исчезает, появляется второй уровень меню с кнопкой Back назад. И, соответственно, я здесь сделал вот еще под меню, то есть еще вложенность. Это хорошо подойдет, если у вас лендинг многостраничный с сложной структурой меню. Давайте посмотрим возможности данного меню. Добавьте неограниченное количество пунктов меню. Меню реагирует на мобильное устройство. Добавьте до 12 пунктов меню в каждом из пунктов меню. Все цвета в меню настраиваемы. Возможность добавлять ссылки на внешние, внутренние страницы, а также внедрять якоря. Установить скорость прокрутки на якоря и сделать, если нужно, плавную замедленную прокрутку до якорей. Возможность добавлять свои иконки к пунктам меню, менять иконки для различных состояний пункта меню и другие возможности. Третье место занимает виджет меню «Боковое меню». Можно вывести как слева, так и справа. При клике на иконку у нас вот в таком дизайне, в красивом, выскакивают пункты меню. По крестику «Закрыть» тоже ускакивает таким вот двойным цветом. Давайте посмотрим возможности данного виджета меню. Установите ширину меню. Добавьте до 12 пунктов меню. Место выберите либо слева, либо справа. Меняются все иконки. Добавьте вращение при наведении курсора мыши на открытие и закрытие кнопки. Установите цвет меню. Установите скорость открытия меню. Установите размер шрифта пункта меню. Установите межбуквенное расстояние. Установите выравнивание пункта меню. И многие другие возможности. Второе место моего топа занимает виджет вот такого необычного вида меню. Внизу в левом углу мы видим такой плюсик. По клику у нас появляется такая рамка и меню в виде иконок. Соответственно, этот плюс мы можем разместить как в верхнем левом углу, правом углу верхнем и нижнем правом углу. Давайте рассмотрим возможности данного виджета. Меню полностью отзывчивое, адаптивное к мобильным устройствам без внедрения точек остановки. Настраиваются все цвета меню. Добавьте свой логотип или изображение в меню.
Выберите скорость пунктов меню. Ссылки можно повесить внешние, внутренние или на якоря. Установите скорость прокрутки на якоря или добавьте замедленную анимацию для якорей и другие возможности. И первое место моего топа по праву занимает Big Menu 2.0. Внешне себя представляет очень красивое во всю ширину браузера вот такое вот меню. Причем эффекты появления достаточно разнообразные. И, конечно же, меню полностью адаптивное. Давайте посмотрим возможности данного виджета. 11 вариантов различного анимации появления данного меню. Полностью отзывчивый для мобильных устройств. Добавление до 8 пунктов меню. Возможность изменения размера шрифта меню. Возможность изменения шрифта за счет опции Adobe Menu Text. Возможность сделать любые цветовые элементы прозрачными. И другие возможности. Данный топ подошел к концу. Надеюсь, вам он был интересен и полезен. Все эти виджеты, они коммерческие. Стоят они от 5 до 10 долларов. Данный виджет предоставила контора. Мне очень важно знать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравился топ. И напишите, пожалуйста, какие топы вы хотите еще видеть на моем YouTube-канале. И поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Всего вам наилучшего. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.